На улицах Владивостока развернулись десятки нелегальных елочных базаров. Предприимчивые граждане торгуют елками прямо на газонах и пешеходных зонах. А сотрудники полиции административно-территориальной комиссии каждый день составляют протоколы за самоуправство. На территории Первореченского района схемой размещения нестационарных торговых объектов определено официально 7 мест для торговли елками. Но вместе с тем нерадивые граждане организовывают стихийные елочные базары. На территории Первореченского района их 25 мест, таких мы определили. Всего в городе 16 официальных площадок для законной торговли елками. Эти места администрация Владивостока предоставила предпринимателям до 31 декабря бесплатно. Большинство участков – это традиционные точки продаж елок. К ним можно подъехать на машине, на общественном транспорте или подойти пешком. На кольце Третьей рабочей легальных точек нет, однако елки здесь на каждом шагу. Всего с начала открытия елочных базаров во Владивостоке в отношении граждан, которые организовали нелегальные точки продаж елей, составлены 65 протоколов об административных правонарушениях за самоуправство и за незаконное предпринимательство. Зачастую покупатели лицензии не интересуются, берут там, где ближе и дешевле. А цены в этом году варьируются от 2000 до 5000 рублей, это средние по размеру ели. Стоимость высоких и пушистых достигает 10 тысяч рублей. Правда, не все выбирают настоящее хвойное дерево. Уже поставили искусственную. Почему? Ну, уже 5 лет его ставим, не надо заморачиваться. Искусственная. Я считаю, глупо вырубать деревья для того, чтобы они у вас постояли 10 дней дома. Конечно, искусственную. Почему? Ну, берегу природу. Стоит отметить, что число елочных базаров во Владивостоке с каждым годом уменьшается. Это делают для того, чтобы все заготовленные хвойные деревья были распроданы, а не брошены в местах продаж за несколько часов до Нового года. Алина Черненко, Денис Фадеев, новости на Восьмом.